чуть левее. Угу. Микрофон. Ну что, мы можем? Готово? Давай. Начали. Больше всего на свете эти дети мечтают обрести семью. Настоящих маму и папу, которые никогда их не бросят. Которые подарят им детство. Может быть, это будете вы? С вами была Екатерина Сапаева, программа «Губернские вести». До новых встреч. Стоп, снято. Ну? Прекрасно у нас все получилось. Я думаю, детишки легко найдут приемных родителей после нашего репортажа. Не знаю, я бы так не смогла взять чужого ребенка в дом. Такая лотерея. Чего? Ничего не забыли? А наследственность, дурные привычки там. А биологические родители, авиация, вообще проблем не оберешься. Ладно, не парься, тебе сейчас не с чем. Ну, Лора, я же просила никому не говорить. Поняла. Господи, Лёшка, сумасшедший. Я так соскучился. Его дают. Это после 5 лет брака. Как ты здесь оказался? Ты же только завтра должен был приехать. Я с конференции сбежал. Только приземлились сразу же в студию, а там говорят, ты здесь. Ну и правильно сделал. Это ты о чем? Давай до дома подождем. Нет, стоп, сказала А, говори Б. Я до дома не дотерплю. Я беременна. Конечно, замечательные педагоги вкладывают в своих воспитанников не только знания, они вкладывают сердце и душу. Но больше всего на свете эти дети мечтают обрести семью. Настоящих маму и папу, которые никогда их не бросят. Которые подарят им детство. Может быть, это будете вы? Ага, есть. Давай еще.
же сама говорила, что взять чужого ребенка – это лотерея. Авантюра чистой воды. Ну, мало ли, что я говорила. Мне нужно сохранить семью. Сейчас все так поменялось, мы почти не видимся. А ты уверена, что дело именно в этом? Ну, в ребенке. А в чем еще? На что ты намекаешь? На то, что ребенок – это живой человек, а не способ решать свои вопросы. Ребенок в накладе не останется. Он получит полноценную семью. И мы все тоже в выигрыше. Кофе будешь? Угу. Выйдем. Куда ты меня тащишь? Аккуратно. Стой, Владик, аккуратно. Только зэка мне не хватало. Что теперь делать? Я же его на улицу не выгоню. Ну что у нас там? Он же мой все-таки брат или как? Слушай, нас... Разве ты не понимаешь, ты опять за свое? У нас и так места мало, пусть уходит. Ну как я ему это скажу? Ты не скажешь, тогда я скажу. Я кормить его не буду. Ну, Даша. Ну, что Даша? Пусть он идет, куда хочет. Доброе утро. Да тише ты, змея. Старик, она волнуется. Гормоны, сам понимаешь. Костя, я сегодня съем. И насчет прописки, ты это тоже. Брат, я на квартиру не претендую. Тем более, вы ухаживали за мамой. Твой арест я сильно подкосил. Я знаю. Максимке-то я хоть смогу заходить? Лучше не надо. Пацану 8 лет, он все прекрасно понимает. Подарок я передам. И на том спасибо. И последний вопрос больше не потревожу. Ты о Маше что-нибудь слышал? Нет. Ничего. Ладно. Бывайте. Двое. Один. Двое. Один. Мальчик. Двое. Мальчик и девочка. Полный комплект. Не отпущу, пока не пообещаешь. Антон! Антон, ты ли это? Уже вернулся. Здравствуйте, Галина Петровна. На свободу с чистой совестью. Именно. А как Маша? Хорошо, Маша. Квартиру продала, замуж вышла и уехала. Замуж? Давно? Ну, как только ты вот в тюрьму загремел. А за кого вышла, куда переехала? Парень, тебе это не надо знать. Галина Петровна, давайте я сам буду решать, что мне надо знать, а что нет. Она замужняя женщина. И не лезь в чужую семью. Потому что опять дров наломаешь. Чего ты резвонишь?
Здравствуйте, я к Свете, она тут жила. А вот тема, она уже 3 года как здесь не живет. Обменялась там старородной вроде сестрой, говорит. А ты, собственно, кто такой вообще будешь? Сергей Сергеевич, вы меня не узнаете? Я Антон из 59-й квартиры. Мы с Машей там жили, я ее ищу и думал, что Света знает, куда она переехала. А Антону припомнить? Вот если бы Света хотела, она бы сама тебе сказала, где и как ее найти. Сергей Сергеевич, я Света... Я ничего не знаю, ничего Сергей не Сергеевич. Знаю. Жить есть где? Ясно. Вот адрес общежития. Коменданту скажешь, что от меня. Объяснишь ситуацию. И учти, только без глупостей. Малейшее нарушение, вернешься на зону. Свободен. Извините, а если мне надо человека найти, женщину, которая замуж вышла, фамилию изменила и переехала, это к кому надо обратиться? В миграционную службу. Адрес на справочный отдел. Напишешь заявление, они сделают запрос. Спросят у нее разрешение, давать тебе ее адрес или нет. Если она не против, тогда пожалуйста. Да, и мой тебе совет. Забыл бы ты своих прежних знакомых, которые знать тебя не хотят. Начинал бы с чистого листа. Спасибо. И за совет. Не жалеешь? Не жалеешь, что год тому назад бросила столицу? Все, что мне нужно, я нашла здесь. А все, что мне нужно, это ты. А поэтому... Ты выйдешь за меня? Да. Спасибо. Какая красота. Покажи. Лёш. Что там произошло? Кажется, кого-то убили. Не знаю. Господи, какой ужас. Ну, уходите сюда быстрее. Лёш, убийство в день помолвки. Это не так. Глупости не говори. Привет, ты где? По пути на работу. Ну, я же специально вчера просила меня разбудить. Извини, у меня вторая линия. Сонечка, приветик. Решила Лёшке сюрприз сделать. У себя? К нему нельзя, у него важный клиент. Вижу, мы с тобой давно не виделись. То, что ты не сказала ничего. Я думала, тебе будет неприятно говорить на эту тему. Ты о чем? Все нормально? Жалко, наши мамы не дождались. Все гадали, кто первой бабушкой станет. Ну, и кто у нас отец? С ним все сложно. Он сначала ребенка хотел, а теперь... Я в нем не уверена. У него другая женщина.
Как все запутано. Ну, то, что не позвонила, мы же не чужие. Ну, прости. Я думаю, нам нужно встретиться и все обсудить. Мы что-нибудь придумаем. Как старые добрые. Я не знаю. Иногда я думаю, если так дальше пойдет, мне придется оставить ребенка в больнице. Пожалуйста. Алексей, значит, я могу быть спокойна? Уверяю вас, вы в надежных руках. В таком случае. До скорой встречи. Жду с нетерпением. Благодарю. А ты что здесь делаешь? Да вот. Хотела пообедать вместе. А ты не рад? Чего? Рад? Очень рад. Вот какие дела тебя задерживают на работе? Да, без глупости. Это чисто деловая встреча. Угу. А почему ты не помогаешь Соне? Ну, посмотри на нее. Ты же лучший адвокат по семейным делам в городе. Взял бы этого горе-папашу за жабры. Предъявил ему тест ДНК или что там в таких случаях делается? Давай Соня сама определит, нужна моя помощь или нет. Угу. Пойдем, у меня очень короткий перерыв. Благодарю. Пожалуйста. Можно вас? Я все равно не понимаю, зачем надо было сюда ехать в середине рабочего дня. Хотел сюрприз тебе сделать. Ты же знаешь, я не люблю сюрпризы. А меня? Что тебя? Меня ты любишь? Тебя, конечно, да. Просто у нас сейчас временные сложности. Поэтому нервничаем. Оба. Но мы с ними справимся. Конечно, справимся. Конечно. Твоя машинка? Отдать? Да, нет, да. Не волнуйся, отдам. Держи. Ага. Шумахер. Кирюш, ты опять? Извините вас, пожалуйста. Ничего, за что извинять? Отличный мальчишка. Леша, давай усыновим ребенка. Возьмем из детдома. Удобно? Извини, секунду. Секунду, прости. Прости. Мне так этого не хватало. Чего этого? Секса? Тебя. Прости, одну секундочку. Да? Ага. Да, я понял. Да, да, все. Прости меня. Мне через 20 минуток надо быть на встречу. Не обижайся. Я поехал. Угу. Хорошо?
На младенцев-отказников у нас очередь. Вам придется подождать. А долго? До года. Но я вам советую обратить внимание на детей 5-6 лет. Сначала взять опеку, потом оформить усыновление. Это стандартная процедура. Так меньше проволочек. Хорошо, мы согласны. Отлично. Вот список требований. Вам нужно принести справку о доходах. Вам нужно пройти медицинскую комиссию, а также принести справки из наркологического, из психдиспансера. Здесь все написано. Но самое главное, пройти школу приемных родителей. Что-то не так? Да. Я уже давно все понял. Давай. Кать, какая школа? У меня только на этой неделе 3 суда. Я не понимаю, где можно найти время. Ну, перестань. Что может быть важнее ребенка? Мы же все решили. Тогда жена оформляет опеку на себя. Закон допускает оформление опекунства одним из супругов при наличии нотариально заверенного согласия второго супруга. Да? Вот и прекрасно. Или в семью, у которых нет детей. Для того, чтобы осознать правильность своего выбора, надо почувствовать и сердцем, и душой, и разумом, что ребенок действительно желан. А вот обратите внимание, какая хорошая девочка. Нет. Ну, вы знаете, мы хотели бы мальчика. И чтобы хоть немного на мужа был похож. Мальчик? Ну вот, пожалуйста. И вот. И еще. У нас очень большой выбор мальчика. Леш, тебе какой нравится? Я перезвоню. Я не знаю, у меня такое ощущение, что мы смартфон новый выбираем. Лёш. Ну, вот неплохой вроде пацан. Очень, очень хороший мальчик. Ну, прекрасный выбор. Ну да, вроде подходит. Держи. Держи.
Медленно, медленно работаешь. Сейчас перекур 5 минут, и другие подъедут. Так что... Раз, два, три, четыре, пять. Держи. Это что? Зарплата твоя. Мы не так договаривались. Ну, а теперь будет так. Все, все. Все назад. В тюрьму захотел. Не быкуй. А мне нечего терять. Руки убери, я заплачу. Руки убери. На! И проваливай. Чтоб тебя я больше не видел! Мать погибла, отец неизвестен, родственников нету. Угу. Да, нам говорили. Мальчик совершенно здоров физически. Была у него травма психологического характера в связи со смертью матери. Надо походить к психологу. Мы готовы. Это хорошо, что у вас возможность такая есть. Замечательно. Ну вот замечательно. Привет. Вот, тебя с Семеном звали? Да. А это у тебя что? Рисунки? Твои? Да. А можно посмотреть? Нет. Антон? Антоха, ты что ли? Привет, Стас. Здорово. Фу. Сколько лет, сколько зим? 6. А, ну да, извини. Мы тебя позже ждали. Молодого отпустили. Похоже на то. Брат помог с пропиской и работой. А что ж ты мне не позвонил? Не хотел беспокоить. Ты что? Какие беспокойства? Так, Антоха, поехали в один ресторанчик. Посидим, пообщаемся. У тебя как со временем? Безработного времени навалом. Уже успел? Узнаю характер. Ладно, погнали. Я никогда себе этого не прощу. Да ладно тебе, Туха. Хватит уже винить себя. Ну, все понимают, что это случайно было. Подрались, подрались, с кем не бывает. Ваш заказ. Тоже знал, что так все получится. Ладно, давай помянем. А по поводу работы не переживай. Есть для тебя местечко. Можешь хоть завтра начинать. Спасибо. Ну, ладно, свои люди, сочтемся. Стас, ты о Маше что-нибудь знаешь? Не-не. С тех пор вообще ничего не слышал. Давай, ты хоть поешь, трезвенник. Теперь у нас есть ребенок. Ты счастлив? Конечно.
Тох, ну я понимаю, это, конечно, не работа мечты. Но это ж только на первое время. Все нормально, спасибо тебе. График сутки трое. По поводу денег мы с тобой договорились. Так что все, работай. Мне все нравится, спасибо. Нет, я понимаю, не мэр города, конечно. Но я тебе так скажу. Здешний директор мой компаньон. Так что ты давай, осматривайся, а там мы тебя и в бизнес подтянем. Стас, еще раз говорю, спасибо, по рукам. А может, выйдем погулять? Смотри, какая погода чудесная. А что ты рисуешь? Можно посмотреть? А хочешь, я тебе кое-что покажу? Хочу. Вот, смотри. Это Леша сам собрал. Он с детства моделированием занимается. А хочешь, когда он вечером придет, мы вместе новый кораблик соберем? Хочу. Вот, значит, соберем. Соус я постаралась сделать не острый, как ты любишь. Семочка, попробуй. Леш, ты меня слышишь? Я показала Семе твой кораблик. Тот фрегат с парусами. Я же помню, у тебя есть несобранная модель. Да, ты мне на окончание коллегии подарила. Хорошо, если это станет вашим общим хобби. Семочка нарисовал озеро, и я вспомнила о кораблике. Такая чудесная модель. Завтра. Все завтра. Я уже везде обыскалась. Как выглядит коробка, помню. А куда я ее поставила? Но почему это не может подождать до завтра? А ты где была? Сём, как тебе психолог? По-моему, приятная. Интересные игры предлагала. Завтра надо ей будет твои рисунки показать. Ну что, вы сидите, доедайте и пойдем искать корабль. А давайте кораблик перенесем на позже. У меня завтра суд, надо подготовиться. Я поеду. В смысле? Ну, бумаги в офисе, я там спокойно подготовлюсь. Спасибо. Ты в своем уме? Я же обещала. Так не надо было за меня обещать. Вот видишь, что ты наделал? Ну, прости, все было действительно очень вкусно. Пока. Обязательно было телефон выключать? Я волновалась. А я думал, ты теперь меньше за меня волнуешься. У тебя же теперь есть за кого? Есть ребенок? У нас есть ребенок. Это наш ребенок, наш. Не кипятись.
Возьми. Мне нужен не твой веник. Веник? Как же я устал. Что ты хочешь от меня? Почему я должна одна им заниматься? И к психологу, и справки в садике, и по магазинам. А тебя как не было дома, так и нет. Да ну, а я просил тебя его усыновлять. Я настаиваю. Я же ради тебя это сделала. Ради меня. Деди. Сергеева Валентина Петровна. Угу. Угу. Сергеева. 09.01.2015. Спасибо. Суд постановил приговорить Сергеева Антона Ивановича к 6 годам лишения свободы. Смотрите, судя по рисунку, мальчик до сих пор не чувствует себя дома. Я могу вам порекомендовать несколько способов решения данной проблемы. К примеру, существуют специальные игры на сближение. Простите, вы меня слушаете? Да. Да, я сделаю все от себя зависящее. А вы сами и ваш муж не хотели бы пройти несколько сеансов психотерапии? Спасибо, нет. Так, Сонечка, все, я полетел. Давай. Пойдем еще со мной чуть-чуть постоишь. Пойдем, пожалуйста. Ты знаешь, я переживаю, он всегда непонятно, что они скажут. Я недолго, потому что мне возвращаться надо на работу, хорошо? Хорошо. Не волнуйся, то все отлично получается. Я полетел. Все, давай. Давай. Угу. Леш. Иди. Что здесь происходит? Я Сонечку подвез к женской консультации. Ну, вы целовались. Это был дружеский поцелуй. Дружеский. Я так больше не могу, Лёш. Она должна знать. Что я должна знать? Мы с Лёшей любим друг друга. И это его ребенок. Ах, ты дрянь. Успокойся. Не при ребенке. Теперь ты про ребенка вспомнил. В машину пошли. Тебе что, отдельное приглашение? Леш, а я? А ты наберешь, когда закончишь.
Разувайся. Иди в свою комнату. Какого рожна? Ты вообще затеял это опекунство? На тот момент она была глубоко беременна. Я думаю и думаю, что у нас все получится. У кого у нас? Ты собирался жить на две семьи? Нет. Я не знаю. Что? А что ты сейчас хочешь от меня услышать? А? Ничего. Убирайся. Что? Ты меня услышал? Ладно. 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 Так вот. Вот так, да? Отлично. Заставил меня взять ребенка, чтобы потом с ним и оставить. Ты о чем? Послушай, я все это время думала, вот думал ли ты в тот день? Я не знаю. Спасибо, я ухожу. Прости, Машенька. Прости меня. Виртуозно все оформил. Опека только на одного родителя. А я-то дура. Чистая дура. Катя, прекрати. Катя, ты же знаешь, что все было не так. А еще Соня утешен. Леша разберется, Леша поможет. Лучший адвокат. Ну, почему нельзя просто спокойно поговорить, без истерик? Я ухожу. Все, ухожу. Довольно? Мамочка, пожалуйста, забери меня отсюда. Thank you.
куда ты меня тащишь? Давай, не бойся. Подожди. Идем фотографироваться. Давай, давай. Во двор. Во двор. А? Пока. Доброе утро, Любовь Николаевна. Здравствуйте. Доброе утро, Сёмочка. Сёма, Любовь Николаевна, твоя воспитательница. Помнишь, вы знакомились? Вы не волнуйтесь, мы привыкли. Сёмочка, идем, я покажу тебе шкафчик. Идем. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Давайте обменяемся телефонами. Если что, позвоните мне. Да, конечно. Давай, давай. А если не будет хотеть кушать, не заставляйте. Идем в группу. Да, обязательно. Только, пожалуйста, заберите его сегодня пораньше. Да, конечно. Без проблем. А можно с чаечком? Ну, конечно. Сейчас принесу. У меня к тебе разговор. Леша, ты же не думал, что развод достанется тебе легко? У нас ребенок. Ты забыл? Опека оформлена только на тебя. Заткнись, ты... Катя, перестань. Соня, уйди. Я ни за что. Все продумал, да? Специально подстроил, чтобы я опеку только на себя оформила. Я заберу у тебя все. Все. Не выйдет. Леша лучший в городе адвокат по семейным делам. Соня, я же просил. Мало того, что я отберу у тебя все, в суде я обязательно расскажу нашу историю со всеми подробностями. А так как судьи у нас в основном женщины, то как они отреагируют? А как они отреагируют? Соня!
Нормально. По закону. Да? Посмотрим. Что от твоей хваленой репутации останется после этого дела? Ты делай после этого добро людям. Никогда бы не могла подумать, что... Чего? Теперь развод, суд. Устроим райскую жизнь. Мало не покажется. А как Семен? Как его первый день в садике? Нормально. Ты же хотела его как-то постепенно приучать до обеда, потом до полдника. Лора. Ну, где брать силы на все это? Мне нужно с мыслями собраться. Знаешь что, подруга? Теперь тебе не должно быть выражения, где брать силы. Ты теперь мать, и на ребенка у тебя силы должны быть всегда. Алло. Да, я. Что? Сейчас. Уже еду. Что еще стряслось? Семен из садика сбежал. О, Господи. Прикроешь меня? Конечно. Обязательно его найдем. Ну, вы даете. А еще лучше садик в городе. Ну, так бывает иногда. Особенно в первые дни. Может, спрятался где. Ребята, пора вставать. Тихий час окончен. Любовь Николаевна, а Семена нет. Мы знаем. Мы его ищем. Вот его мама. Скажите, кто с ним сегодня играл? Он сказал, что к маме пошел. Может, к вам на работу? Да нет, не ко мне. Я, кажется, знаю, где он. Нифига! Запомните, она моя. Всем стоп Б. Ну давай. Удачного четвертого раза. А, давай.
Непонятно. Если у моего друга красивая девушка, значит, у меня нет друга. Я знаю, вас зовут Маша. Мария. Это я ему сказал. А откуда вы узнали? Вы мне приснились. Серьезно, Тоха. Ну как? Это же бред. Ну как он туда поехал? Один. Сёма. Привет. Ты кто? Ты откуда взялся? Потерялся? Нет, я сюда приехал на автобусе. Приехал один? Пожалуйста, вы можете отсюда уйти? Вы мне мешаете. А где твои родители? Уйдите! Понял, конечно. Вы что, не понимаете? Не очень. Просто скажи, где твоя мама, и я отведу тебя к ней. Вот моя мама. И мне надо с ней поговорить. Женщина, вы ребенка не видели? Маленького роста, 6 лет где-то на вид. Так, господи ты, боже мой. Простите, вы ребенка не видели? Маленького мальчика, 6 лет на вид. Ну, никто не видел, ну. Не видел. Мы с тетей Светой всегда сюда ездили, пока она не поженилась. И меня забрали в детский дом. Так ты из детского дома сбежал? Нет, из детского сада. А сколько тебе лет? 6. Пойдем. Повторяю, у вас ребенок, возможно, один разгуливает по территории. А я вам еще раз говорю, мы же не поисковая бригада. Если у вас пропал сын, то обращайтесь в полицию. Семен, боже мой, я так переживала, это вы его нашли, спасибо. А кем приходитесь мальчику? Я опекуном. Сем, скажи спасибо дяде, пойдем? Я с тобой не пойду, я не хочу с тобой. Семочка. Я, правда, очень переживала.
Пожалуйста, пойдем домой. Пока. Скажите, а когда у него день рождения? 6 июля. А вы, собственно говоря, кто? А это наш сторож. Сторож? Ну так и сторожите. И не лезьте ко мне с дурацкими вопросами. С ума все посходили. Антоха, а что это было? Ничего, Михалыч. Я понимаю, что ты хотел навестить маму, но зачем было сбегать из садика? Сказал бы мне, мы бы вместе съездили. Сколько можно молчать? Я не экстрасенс, я не умею читать мысли. Как я смогу тебя понять, если мы не будем разговаривать? Привет. Чего ты меня дергаешь среди бела дня? Почему не сказал, что Маша погибла? Хотел сразу на тебя вываливать. А ты в курсе, что у Маши был сын? В курсе. Я пару раз ее видел с ребенком. А чему ты удивляешься? Она же замужем была. Ну, а почему тогда сын с отцом не живет? Сначала детский дом, потом опекунша какая-то. Или муж Маши тоже погиб? Нет. Я с ним тоже знаком, правда, шапошно. Так ты что, хочешь сказать, что это твой ребенок? Не знаю. По датам вполне может быть. Дела. Поможешь адрес мужа найти? Найдем. Все. Все. Ну, прости меня. Алло, Кать, ну что, нашелся Семен? Нашелся, спасибо. Лор, я чудовище. Семен сбежал на могилу к матери. Я так перепугалась, что наорала на него. Катюш. Лор, я не справляюсь. Я подумала, что, может быть, Семену будет лучше, если он в детдом вернется. Не говори глупостей. Ложись, выспись хорошенько, завтра поймешь, какую чушь ты несла. Семен не верит, чтобы сначала взять, а потом вернуть. Даже со щенком так не поступают, Катя. Я тебе не нужен. Я никому не нужен. Я хочу к маме. Неправда, ты мне нужен. Нет, я слышал, как ты разговаривал с Лешей. Ты говорила, что он тебя заставил меня взять. Извини меня, это неправда. Он не заставлял. Я специально так сказала, чтобы Лёшу позлить. Взрослые иногда так делают. Но я больше не буду, обещаю. Ты мне веришь? Не знаю. Верю. Вот и хорошо. Потому что ты мой. Я тебя никому не отдам. А завтра мы поедем гулять, куда ты скажешь. Я приготовлю тебе твое самое любимое блюдо. Что ты любишь? Пирожки с вишней. Будут тебе пирожки. Кать. А можно я еще к маме поеду? Конечно. Только давай мы поедем вместе.
Хорошо. А, вот держи и приоденься, что ли. Да ну, это лишнее. Я тебя в бизнес подтянуть хочу. У тебя же с цифрами всегда все хорошо было. А вот так вот я тебя на встречу с людьми взять не могу. Я прошу вас. Вот то, что ты просил. У нас свой человек в паспортном столе. Любой адрес, никаких вопросов. Спасибо. Хочешь, я тебе книжку прочитаю. Про спецагентов и секретное задание. Очень интересно. Хочу. А хочешь, я еще у тебя переночую, чтобы тебе страшно не было? Давай. Я тебя узнал. Маша твою фотку тайком хранила даже после того, как мы с ней поженились. А Семен почему не с тобой живет? А Маша мне сразу сказала, что это не мой ребенок. Семена я на себя записывать не стал, да и Маша не настаивала. Хотя я пытался его воспитывать как своего родного. Только мне рядом с ними как-то места не было, что ли. Она в отпуск со мной не ездила на юг. С сыном ездила на Белое озеро. Короче, развелись мы с ней. 2 года уж. А Семен? Семен? Семен с Машей остался. После того, как она погибла, у меня уже другая семья была. Да. В общем, не получилось у нас. Все. Слушай, а чьим сыном может быть Семен? А сам-то как думаешь? Из Машиных бывших я только о тебе знаю. Завтра не опаздывай, я зайду ровно в 7:30.
Ну тогда отпусти. Мне еще нужно напечь пирожков. Ты с вишней любишь? Да можно и без пирожков. Нет, я хочу настоящий пикник. Я никогда не была на этом озере. А ехать далеко? Не очень. Комаров боишься? Ну, не очень. А если закусай, тогда переименуем Белое озеро в Красное. Павле. Дай мне свои ручки, я тебя вытру. Сейчас салфетку найду. Ну, пошли, не стой. Пошли. Сейчас, подожди. Его. Семен? Господи. Семен, ну ты что? Отдай. Это не наши методы. Ой. Быстро. Побежали. Она мне очень понравилась. Такой цвет красивый. Господи, кто это мог сделать? Отстань. Что там, Леш? Опаздываем уже. Давай я достану. Стой. Да что же это такое? О, Господи. Я вас благодарить должна уже во второй раз. Молодец, что пришел. Это тебе. Спасибо. Простите, мы в садик торопимся. И на работу нужно. До свидания. До свидания. До свидания. Откуда он наш адрес знает? Это ты ему сказал? Да, я сказал. Садись. Там Любовь Николаевна. Значит, на месте? Пошли обедать. Минутку. Хорошо. Пойдем. Я надеюсь, сегодня вы будете повнимательнее. Спасибо. А что ты трезвонишь все время туда? Я не хочу больше такого переживать. Меня беспокоит этот сторож кладбищенский. Чего? Выспросил у ребенка адрес. Приперся сегодня. Молодой? Ты сторож? Ну да. Симпатичный? Лора, я тебя умоляю. Давай расскажешь историю с новыми подробностями.
Ну, собственно. Могу я убрать? Да. Прекрасно. Вот поэтому. Извини, но я не могу тебе этого не показать. Как я выгляжу? Как всегда. Ой. Простите, пожалуйста. Извините, мне так неудобно. Говорю, что не хочу работать. Извините. Мы вчера даже не познакомились. Меня Антон зовут. Катерина? А вы что, тут обедаете? Да, у нас деловая встреча. А. Держи, рассчитаешься, доешь, не спеши. Мне просто уже по Нестеровскому делу надо ехать. А потом еще в центр. А вечером ты меня не жди, и я поздно буду. Хорошо, ложись. Давай. Леш, ну ты же голодный. Ну, а ты кто вчера пошутил? Вы или он? Вы меня совсем запутали. Я не специально. Катя. А? Здравствуйте. Это что такое? Ты опустилась до мелкой мести? Машину я оставлю тебе, так и быть. Ну, зачем мне поцарапан? Так что, ты меня знакомишь со своими друзьями? Семену так понравился твой подарок. Спасибо большое. Привет. Это Катерина. Это Стас. Очень приятно. А это Стас и компаньоны. Андрей и Зина. Очень приятно. Тошнит, да. Меня бы от тебя самой на твоем месте тоже тошнило. Что тебе надо? Ни мужа, не бойся. Мне предатели не нужны. Вот и отлично. Значит, каждый получил, что хотел. Да? Ты мужа с деньгами. А я ребенка с трудным характером. Да. И еще Леша получил любовь и заботу. Ну, упакованного мужика легко любить. Что ж ты в сторожа не влюбилась? Ай! Беременность в ход пошла. Господи, господи, как больно. Слушай, опирайся на меня. Уйди. Да куда уйди? У тебя воды отошли. Тебе в больницу надо, дурочка. Давай. Опирайся на меня, я тебя отвезу. Бегите за каталкой. Давай. Давай, давай. Тихонько. Давай. Ну, дыши там. Он трубку не берет. Отгад. Катя, пожалуйста, останься. Мне страшно. Все будет хорошо, не переживай. Давайте аккуратно. Катя! Катя! Катя, не уходи, мне страшно, вдруг я умру. Подождите меня, ладно? Ладно, ладно.
Вы все еще ждете? Вы же просили подождать. Извините, что так долго. Пока врача ждали, пока Соню осматривали, пока увезли рожать, столько времени прошло. Все нормально. Да. День, конечно, выдался сумасшедшим. Зато скучно не было. Но Семен нам скучать не даст. Стоп, а который час? Часов 7. Сейчас темнеет, поздно. Садик до 7 работает. Какой садик? Я думал, Семен у кого-то из ваших знакомых. Черт, разрядился. Звоните с моего. Да я не помню наизусть телефон воспитательницы. Ну, родителей кого-нибудь. Не знаю никого. Ну, как можно быть такой безответственной? Спасибо за помощь. Со своим ребенком я как-нибудь сама разберусь. Это не твой ребенок. Растяпа. Ну, хоть 1%. Ну, пожалуйста. Ну. Что ж такое, а? Любовь Николаевна, скажите, пожалуйста, где Семен? Дело в том, что у меня здесь ЧП произошло. Я хотела вас набрать, но у меня телефон разрядился. Семен со мной. И знаете, я такие оправдания не принимаю даже от детей. Ну, пожалуйста, скажите, где вы живете? Я сейчас же его заберу. Семен у меня. И сегодня он переночует здесь. А завтра я сообщу в опеку. И будьте уверены, ребенка у вас заберу. Пожалуйста, только не сообщайте в опеку. Я сейчас же за ним приеду. Скажите адрес. Здравствуйте. Здравствуйте. Тест на восстановление отцовства срочный. Чего? Сергей. Есть. Ваш тест готов, пожалуйста. Девяносто девять и девять. Костя. Спасибо. Пожалуйста. Любовь Николаевна, у моей подруги роды начались преждевременно, и пришлось везти ее в больницу. Я очень надеюсь, что это правда. Я вам обещаю, что такое больше не повторится. Вы с Семей попытаетесь это объяснить? Ну, вы представьте себе, все, кто его любят, бросают его. Или забывают о нем. Сём, прости меня. Не повезло тебе с опекуншей, да? Не говори ерунды. Я тебя никогда не оставлю. Я мог забыть или задергаться. Но я всегда буду с тобой. А ты меня отвезешь на Белое озеро? Мы всегда на мой день рождения с мамой туда ездили.
Обещаю, во что бы то ни стало. Идем, идем. Умереть всегда успеешь. Антон. Денис. Кого похоронил Денис? Жену и дочь. У меня мать и невеста. Тоже вместе погибли? Нет. По отдельности. Но обе из-за меня. Я по глупости в тюрьму сел. Мать от горя заболела и умерла. А невеста погибла в аварии. Сначала, как ты, с собой покончить хотел. А потом подумал, они бы этого не желали. А сегодня я узнал, что у меня есть сын. Правда, его отдали под опеку чужим людям. Значит, нужно за него побороться. Кать, я вас надолго не задержу, но у меня к вам серьезный разговор. Давайте, какой? Я отец Семена. Ну, у Семена нет отца. Есть, это я. Просто я сидел в тюрьме и не знал о нем. Но тогда на кладбище... Так вот, зачем вы пришли? Прикинулись простачком, чтобы к Семену ближе подобраться? Никем я не прикидывался, я сразу хотел все рассказать. Так что ж не рассказали? Ну, говорю сейчас. Я отец Семена, у меня есть тест ДНК. Мне плевать на все тесты в мире. Семен мой. Я его никому не отдам. А тем более уголовнику. Значит так? Это мы еще посмотрим.
Доброе утро. Лора, Юра, ты... Нет, ну ты представляешь, что случилось? Оказывается, этот Антон, отец Семена, биологический. Чего? Что слышала? Плюс ко всему уголовник, недавно вышел из колонии. Фу. А так и не скажешь. И теперь он хочет забрать у меня сына. Но я Семена никому не отдам. Он мой. Да ладно, Кать, закон на твоей стороне. Что этот папаша может сделать? Так ты ж на него заяву, он опять сядет. Но теперь этот папаша знает, что я недавно забыла Сему из садика забрать. Если до суда дойдет, он на этом сыграет. Да и вообще, он его родной отец, Лора, что мне делать? Без меня могла бы догадаться. Кто у нас лучший семейный адвокат в городе? Нет. Нет, Лёшу я ни о чем просить не буду. По-моему, выгодный обмен. Я тебе развод без скандала. Ты мне защиту моих интересов в суде. Я сделаю все, что в моих силах. Спасибо. Тебе спасибо. Ты так помогла и с ребенком, и с Сонечкой. Мы решили ребенка назвать Катей. Если ты не против, конечно. Не против. Каждый сходит с ума по-своему. Лучшим адвокатом города, привет. Ну, уж таки лучшим. Как сам? Все хорошо, да? Все хорошо. Знакомьтесь, мой друг Антон. Виталий Юрьевич Дерябин, адвокат. Стас рассказал мне о сути вашей проблемы. И я думаю, сейчас самое главное доказать, что вы действительно биологический отец ребенка. И если мы это сделаем, порвем на приконшу на мелкие кусочки. Ну что? Сейчас предлагаю пообедать, а потом уже перейти к делам. Сейчас все будет. Ваша честь, истец готов предоставить результаты экспертизы ДНК, подтверждающие его отцовство. Протестую. Забор материалов для этой экспертизы был осуществлен обманным путем, без согласия ребенка и его опекуна. Протест принимается. Ваша честь, у меня на руках письменные показания истца и соседей матери ребенка. Они подтверждают, что Антон Сергеев мог быть отцом мальчика. Прилагается к материалу. Прошу вас назначить дополнительную официальную экспертизу ДНК. Протестую. Протест отклонен. Суд назначает официальную экспертизу ДНК. Благодарю вас, ваша честь. Если ДНК-экспертиза подтвердит отцовство, дело значительно усложнится. Дело в том, что суды обычно становятся на сторону биологических родителей. А в случае с Антоном, который вообще не знал о существовании ребенка, его неучастие в жизни сына абсолютно оправдано. Ну и что нам теперь делать? Собрать на него компромат. Это единственный выход. И доказать, что он не в состоянии воспитывать ребенка. Ясно. Да? Необходимо доказать, что он легко возбудимый, раздражительный, неадекватный, в драке постоянно бросается. Что-нибудь такое, да? Угу. Чем больше грязи, тем лучше. Угу. Надо проработать. Чем он там сейчас занимается? Часто преступников прошлое не отпускает. Возможно, и наш тоже какими-то криминальными делишками занимается, да? И вот посадить его в тюрьму, это было бы идеальный вариант. Поняла. Значит, я прорабатываю бывшее и нынешнее окружение. Нет. Если он действительно связан с криминалитетом, это может быть опасно. Не учу ученого. Я не первый год журналистскими расследованиями занимаюсь. Если ты помнишь, именно... Если ты помнишь,
именно я настоял, чтобы ты с этими расследованиями завязала. Если ты помнишь, мы с тобой почти в разводе, так что давай без лирики. Я говорю со свидетелями, ты помогаешь там, где нужны связи. Узнай, пожалуйста, адрес Антона, где он жил до того, как попал в тюрьму. Прямо сейчас и узнаю. Спасибо. Все нормально? В смысле? Я не хочу, чтобы он больше тебя обижал. Больше не обидит, я обещаю. У него не получится. Ну, адрес Антона будет у нас завтра. Привет, Лора. Привет. Привет, бандит. Всем спасибо. Спасибо, что подвез. Пока. Надеюсь, моя машина завтра будет в порядке. А, меня подвезешь теперь? Секунду. Кать, можно еще секундочку? Подожди меня там. Тут такое дело. Мне очень надо поработать. А дома это невозможно. Шум, ребенок. Я могу одну ночь переночевать у нас в гостиной. Я просто хорошо высплюсь и поработаю. Да? Нет. Едь домой. К Сонечке, к ребенку. Ну что, после предварительного слушания наши дела не так уж и плохи? Я бы не стал недооценивать противника. Алексей Сапаев – прекрасный адвокат. Да ладно, неужели не справимся? Справимся, конечно, но стоить это будет… И да ладно. Свои люди сочтемся. Даже не сомневаюсь. С вами приятно иметь дело, но, к сожалению, мне пора. До встречи. Всего доброго. Могу убрать? Десерт на меню принесите, пожалуйста. Да, конечно. Орел. Да, и судя по его расценкам, из «Красной книги» орел. Не твоя забота. Старик, мне очень неудобно. Перестань. Спасибо. Я хочу о наших делах поговорить. По поводу ухода за VIP-могилами. С родственниками договорилась я. Зарплату плачу тебе тоже я. А ты просто делаешь свое дело и помалкиваешь при посторонних. Идет? Идет. Вот и договорились. Держи. Спасибо. Алло. Катя, это Соня. Леша, у тебя? Нет. Ночь на дворе. Где он, если не у тебя? Думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься? Соня, не дури, позвони ему в офис. Он там часто ночевал, когда поработать нужно было. Да он врал. На самом деле он был у меня. Да?
Ну, тогда ты понимаешь, каково мне было. Только не говори мне, что... Это опять он? Нет. Ты же говорила, что он тебя больше не обидит. Он и не обидит. Мне действительно наплевать, что у него там происходит. Честное слово. Галина, вы не волнуйтесь, я вам потом дам послушать запись. Не волнуюсь. Чего мне волноваться? Да, действительно, у Антона всегда характер был не ахти. Драться любил. Из-за этого они с Машей часто ссорились. А вот Сергей Сергеевич, он жил я с ней на одной площадке. Он вам все и расскажет. А что ж не рассказать? Расскажу. А про что? Журналистка спрашивает про Машу и Антона ее. Вы же их помните. Ну, конечно, я помню. А что рассказывать? Ну, может быть, ссорились они? Вообще, как ссорились? Он на Машу руку поднимал. По крайней мере, один раз точно это было. Я как-то после этого Машу видел с синяком. Отлично. Ну, то есть это, конечно, очень плохо. Скажите, а вы можете подтвердить свои слова письменно? А чего ж не подтвердить? Конечно, могу. Очень хорошо. Тогда я вам оставлю свои координаты на тот случай, если вы еще что-нибудь вспомните. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. До свидания. Так вы точно только по поводу нашего бывшего заключенного Сергеева? Да. Кроме него меня больше ничего не интересует. Ну что ж, не самый примерно был заключенный. Было дело условно-досрочное, сам себе почти запорол. Угу. То есть? Ну, поясните, пожалуйста. В драку ввязался. Угу. Серьезно избил одного заключенного. Это есть в его личном деле. А если сделать выписку из этого личного дела? Ну, характеристику на бывшего заключенного. Ну... Если для суда, по официальному запросу... Естественно. Так почему же нет? Отлично. Суд приобщает результаты экспертизы ДНК к материалам дела. Ваша честь, на основании официальных результатов теста ДНК и доказательств, предоставленных ранее, истец просит присудить опеку над ребенком ему. Возражение, ваша честь. Истец не может должным образом исполнять отцовские обязанности. Поэтому мы подаем встречный иск об ограничении истца в родительских правах и об оставлении ребенка под опекой ответчика. Также мы ходатайствуем о приобщении к делу новых доказательств. А именно, показания нескольких незаинтересованных лиц, характеристики из колонии, где истец отбывал уголовное наказание. Ну, конечно. Порядку. Передайте документы. Безусловно. Также мы ходатайствуем о переносе судебного слушания, чтобы мы успели вызвать дополнительных свидетелей по делу. Суд принимает иск к рассмотрению, удовлетворяет ходатайство ответчика, а также принимает решение не ограничивать Сергеева в праве видеться с ребенком в установленное судом время. С ребенком ты видеться не будешь. Даже не мечтай. Буду. Имею полное законное право. Так подло втереться в доверие, узнать наш адрес.
А эта история с кладбищем. Боже мой, какая грязь. А ты, значит, на меня компромат чистыми руками собирала? Не поленилась и на зону, и по соседям, всех обошла. Так это правда? Люди просто так говорить не будут. Катя! Катя, отойди от него! Назови место для встречи. Нет, и к нам не смей являться. Спокойнее, Антон, спокойнее. Семен заслуживает лучшего отца, чем ты. Тише, 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 тише. Ну как ты? Нормально. Это хорошо. Ты сейчас не противься их встречам. Это может сыграть против нас. Это ужасно. Мы все провалили. Нет. Нет, мы просто пойдем другим путем. Необходимо поднять дело Сергеева, узнать подробности убийства. Возможно, там есть какая-то особая жестокость или что-то в этом роде. Ну, я могу попробовать. Это каким образом? А у меня есть знакомый следователь. Познакомились, когда я делала криминальный репортаж. Звал на свидание. Лора, Лора, умоляю. Иду на большие жертвы. Иди. Сейчас. Алло? Добрый день. Я могу поговорить со следователем Терентьевым? Это вы. Вас беспокоит Лариса Бельская, журналист. Помните? Да. У меня к вам есть небольшое дело. Теперь единственный шанс для опекунши выиграть дело – это накопать на вас еще больше грязи. И будем смотреть правде в глаза. Она наверняка этим шансом воспользуется. И что мне делать? Не дать ей такой возможности. А еще лучше найти свидетеля, который скажет, что Антон Сергеев просто душка и будет прекрасным отцом. Задача ясна? Ясна. Будем искать. Вот ксерокопия дела. Я поговорил со своим коллегой, который вел это дело. И что? Все ясно. Драка с летальным исходом. Виновник сам вызвал помощь и во всем признался. Его друг-свидетель все подтвердил. Да, в общем, никакой особой жестокости там не было. Просто случайность. Сергеев не рассчитал силу удара. Пить меньше надо. Ну, в общем, не повезло этому вашему Антону. Да уж, нашему. Такая стройная версия была. Сергеев неадекватный тиран. А теперь все. Все трещит по швам. Простите. Простите, что не смог вам помочь. На том спасибо. Так я же уже заплатила за это. Агенту этому ритуальному заплатила. Заплатили, да? Заплатила, да. Так то ж бабушка за обычную работу. А сегодня у нас что? Выходной. Так что двойной тариф сегодня. Как двойной тариф? Господи, да у меня уже больше нет денег. На нет и суда нет. А вы знаете что? Пусть ваши внуки приедут да покопают. Господи, нет у меня внука. Он погиб у меня, одна я осталась. А что здесь происходит? Антон, ты подожди, мы сейчас закончим. Извините, как вас зовут? Марфина Анна Ивановна. Вы не волнуйтесь, Анна Ивановна, мы все сделаем. Правда? Ведь ваш муж покойный ветеран труда? Да, да, вот у него удостоверение. Ну вот, все. Видите, разве мы не похороним его по-человечески? О, Господи, спасибо вам большое. Идемте, спасибо. Покажете. Да, дай Бог вам здоровья. Ой, нашли добрый. Что творишь-то? Руки убери, а то у меня как-нибудь лопата в руках дрогнет и заедет тебе по одному месту. Стас? Да, я. Ты кого мне прислал-то? Да он же нам весь бизнес разрушил.
Да тут на кладбище сколько угодно нечистых дел творится. Ну, в каком смысле? Вымогают за могилу, за копку, за уход. Любопытно. Только надо с этим брать, с поличным. А так-то ничего не докажешь. Ну, возьмите мои координаты. Звоните мне, если увидите что-нибудь подозрительное. А, постойте. Вот вам еще телефон моей коллеги, Лоры. На всякий случай. Ты бы не мог дать показания на суде в мою пользу? Да ничего такого, просто подтверди, что я посылал деньги из колонии матери на лекарства и Максиму на подарки. А зачем? Чтобы мне сына отдали. И что я регулярно справлялся о их здоровье и еще до колонии нянчился с Максимкой. Ни на какой суд ты не пойдешь. Даш. И вообще нечего моему мужу в свой судебный распри втягивать, брат называется. Все, разошлись ваши пути. Забыл, сколько ты нам всем горя принес? Где он? Где Лёша? Тебе здравствуй. Домой опять не пришел и на звонки не отвечает. Я думала, он у тебя. Еще поищу под кроватями, может, в шкаф залез. Совсем не помогает. Не представляешь, как мне тяжело. Ты что-то перепутала. Мы с тобой не подруги. Опекунша хочет поднять старое дело об убийстве. И имется ей. Уничтожь. Нет, ну морально, конечно. Антох, я, конечно, дам показания в твою пользу. Но вот то, что твой брат отказывается давать свидетельство, это плохо. Да, это плохо. Проехали. Ну, не силой же мне Костю в суд тащить. Значит, нам нужно тоже накопать компромат на эту Екатерину Сапаеву. Что вы там говорили? Она ребенка из садика забывала забрать. Он от нее убегал. Давайте, давайте, все это дело пойдет. Да, и еще нужно найти кого-то, кто все эти факты подтвердит. Мне бы не хотелось действовать такими методами. Вы вообще хотите победить или нет?
сядь. Повтори. Старик, я хочу поговорить по поводу вчерашнего. Понимаешь, у нас здесь бизнес. И я взял тебя только потому, что я думал, что ты свой человек. Ну так ты что вытворяешь? Ну тебе деньги нужны, ты сына вернуть хочешь? Не такой ценой. Антох, я ради тебя готов в лепешку расшибиться, понимаешь? Ну так и ты постарайся ради меня. За все в жизни приходится платить. У нас здесь все четко. Либо ты кого-то закопаешь, либо закопают тебя, ясно? Давай договоримся, чтобы вот подобные фокусы были в первый и последний раз. Будь здоров. Поехали. Катя, можно я покатаюсь? Катаюсь. Алло. Алло. Могу я поговорить с Катериной Сапаевой? Да, это я вас слушаю. Меня зовут Светлана. Ваш номер мне дал Сергей Сергеевич, бывший сосед Маши Васильевой и мой. А, да, конечно. А мы можем с вами встретиться? Нет, нет, это не нужно. Ну, это очень важно для меня и для Семена тоже. Я вам кое-что вышлю заказным письмом. Дальше сами разбирайтесь. Напишите только куда. Угу. Я вам вышлю адрес на этот телефон. Хорошо, до свидания. Спасибо, до свидания. Привет. Я не знала, что мы сегодня встретимся. Привет. Это тебе. Трансформер. Может быть, танчиком или самоходкой. Прикольно. Понимаешь, Семен, я твой отец. Меня долго не было, потому что я не знал о тебе, а теперь узнал и хочу с тобой подружиться. А почему тебе долго не было? Потому что меня долго не было в городе. А почему тебе долго не было в городе? Это потому, что ты спецагент, выполнял секретное задание. Кать, это правда, что мой папа спецагент? Это секретная информация. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Спасибо, что пришли. Как будто у меня был выбор. Давай лапку. Катя, а как ты думаешь, мой папа в Африке служил? Не знаю, это секретная информация. Жалко, что его мама не увидела. Я думаю, если бы он мог, он всегда был бы с вами. Иди ложись. А как ты думаешь, он останется или снова уедет? Не знаю. Время покажет. Засыпай.
Старик. Я тебе говорю, ты такого не пробовал. Маринад, бомба, никакого уксуса, только травы. Во, Тоха. Здорово. Здорово. Ну что, как вчера свидание прошло? Хорошо, что ты здесь, Стас. Отлично прошло. И знаешь, я увольняюсь. И вообще ухожу. Во как. А чего вдруг? Хочу, чтобы сыну не стыдно было в глаза смотреть. Ты что думаешь, когда ты без последних штанов останешься, он что-то погордиться будет или как? Спасибо за все. Я рассчитаюсь. Погоди ты, ну а как же суд, адвокат, ну? Что-нибудь придумаем. С ним не будет проблем. Я прослежу. Сильно голодный? Не очень. Хорошо. Наконец-то. Извини, я двери своим ключом открыл. Просто у меня форс-мажор. Как это произошло? Не могу представить, чтобы Соня оставила ребенка. Сем, руки! Угу. Пришла в офис. Говорит, не могу больше. И ушла. Сначала руки, бандит. Хорошо, только недолго. Спасибо, Катя. Пожалуйста. Катя, если ты думаешь, что это все Семена, свой уход, я спланировал, то нет. Я запутался. Леш, проехали. Дай мне. Нам это уже не важно. Правда, Катенька? После выкидыша ты была в депрессии. Не подпускала меня к себе. Я виноватым себя чувствовал. Готов был на стенку лезть. А вместо этого полез совсем в другое место. Сонечка просто оказалась рядом. Она меня поддержала. Да, потом все так закрутилось. Я узнал, что она беременна. Я не знал, что мне делать. Это уже не важно. Мне важно. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела. Я тебя не ненавижу. А я тебя люблю. До сих пор. А я подумала, а что если это судьба? А если Соня должна была родить ребеночка и исчезнуть, а мы остаться все вместе? Ты и я, Семен. Катенька. Кать, мы даже еще с тобой не развелись. Решайся, мы будем очень-очень счастливы. Как раньше. И Семена так тебе будет гораздо легче отвоевать. Ты серьезно? Ты что делаешь? Я не знаю. Привет, это я. Мы можем встретиться? Где? Уже еду. Как насчет Сони? Ее ты любишь? Она мне предала. Это ты ее предаешь. Ты понимаешь, что просто так детей не бросают. Если Соня так поступила, то это крик отчаяния. Мы тут все в отчаянии, но должна же быть какая-то ответственность, что ли. А ты знаешь, что такое послеродовая депрессия? Когда гормоны зашкаливают. Слово-то какое? Это очень серьезно, поверь мне. Это болезнь. Не поступай с ней так, как поступил со мной.
Избегай при трудностях. Мне сейчас поддержка твоя нужна, а не осуждение. Если ты жалеешь, что поступил так со мной, то подумай, как будешь жалеть, если что-то случится с Соней. За Катей присмотришь? Ну, конечно. Спасибо. Да. Нужно быстро войти в курс дела и придумать новую стратегию. Сколько у нас времени? 2 дня. Успеваем? А, отлично. Да, документы можем завтра завести. Отлично. Спасибо. Ну вот видишь, все решилось. Насчет работы можешь не переживать. Ты уже у меня оформлен. Позже выберешь кем. Спасибо. Есть еще кое-что. Все записала. Спасибо тебе, Лора. Ты никогда не обижал меня, всегда был нежен и добр. Но как я могла оставить тебя? Как могла поверить, что ты мог убить человека, своего лучшего друга? Что? Я просто испугалась. Но я должна была доверять тебе до конца. И теперь, когда я точно знаю, что ты не убийца, что тебя жестоко клеветали, я сделаю все, пойду до самого конца, чтобы доказать твою невиновность. Служба спасения прибыла. Лора, тише. Дети. Ой, извини. Я там под кузники купила, соски запасные. Еще очень хороший телефон. Врача достала детскую, но на всякий случай там. Спасибо. Ну, твой, конечно, окончательно обнаглел. Он не мой. Ну-ну. У тебя брат втроем не предлагал еще? Почти. Кто это тут? Лора, есть новость поинтереснее. Я нашла дневник Маши. Матери Семёна. Это просто бомба. Оказывается, Антон никого не убивал. Его подставили. Ничего себе. А Маша случайно погибла, пока вела расследование. Думаешь, ее убили? Я не знаю. Ты можешь попросить своего следователя поднять дело о гибели Маши? Попробую. Буду расплачиваться свиданиями. Что-то не слышу энтузиазма. Он тебе так не нравится? Наоборот. У тебя все в порядке?
На кого ты похожа? Я поняла. Я тебе не нужна. Прости. Иди. Прости меня. Иди. Иди к своей Кате. Давай. Где? Где мой ребенок? Ее тут нет, но она в порядке. Где мой ребенок, Леша? Она в порядке. Леша, где мой ребенок? Спокойно. Леша, где мой ребенок? Тихо. Все хорошо. Плохая мать. Я ужасная мать. А где моя дочь? Леша! Леша! Леша, я ужасная мать! Успокойся, слышишь? Все будет хорошо! Хорошо все будет! Да, все. Спасибо. Игорь проверил дело о смерти. Извини. Проверил дело о смерти Маши. Там все чисто. Обычная авария. Она просто превысила сильную скорость и не справилась с управлением. Совпадение? Ну, согласись, ее смерть как раз тогда, когда она вышла на след предполагаемого убийцы. Ну, не знаю. Штрафов, конечно, за превышение скорости у нее не было. Ну, такое впечатление, что она от кого-то удирала. Маша не верила, что Антон виновен. Угу. И она... Лора. Ребенок. И собиралась встретиться с человеком, у которого были улики подтверждающие. И чего не встретилась? Не успела. Погибла. Там в дневнике записан телефон. Возможно, он имеет отношение к делу. Завтра буду звонить. Ну, сегодня. Думаешь, за ней кто-то гнался? Не знаю. Но если вскроется, что Антон не виновен, ребенка наверняка отдадут ему. Суд уже послезавтра. Никто не узнает, Катя. Я просто не могу. Кать. Ты что, живая? Что за шутки? Мама в неврологии. Серьезно, в стационаре положили? Меня. Можно Катя у тебя еще побудет? Да. И тут Лора помогает. Спасибо. Сема? Сегодня выходной. Я знаю. Опа! Тихо. А кто хотел пикник? Я. Тихо. Опа, привет! Привет, сынок. Молодец, что пришел. Мы как раз сейчас едем на пикник.
Слушай, Сёма, я скоро перееду в другой город навсегда. Поедешь со мной? А это далеко? Далеко. Туда решил перебраться мой друг и предложил хорошую работу. Новое секретное задание? Да. И я бы хотел, чтобы мы выполнили это задание вместе. А Катю с собой возьмем? Леш, мне нужно посоветоваться. Что, с малышкой что-то? Да нет, с ней все в порядке. Антон хороший человек. Я не понял, что? Он хороший человек. Ага. Но он хочет увезти Сему. И тогда я Семена больше не увижу. Погоди, погоди, не плачь. Что, я должна пожертвовать собой, да? Я должна отступить? А почему? Ну почему я все время должна думать о других? Обо мне кто подумает? Успокойся, пожалуйста. Мы ни за что не сдадимся. Да как ты не понимаешь? Я как раз все чудесно понимаю. Но я твой адвокат. И как адвокат я настаиваю на нашей стратегии. А именно, мы будем в суде давить на невменяемость этого Антона. Да. На его серьезное правонарушение в колонии, драки, постоянные смены работы и так далее. Кать, ты меня слышишь? Слышу. Чудесно. И в конце концов, ты должна понять, что это твой единственный шанс, садись, остаться вместе с Семеном. Вот это я как раз понимаю. А поэтому, если ты хочешь чего-то добиться, должна идти даже по головам. А если хочешь выиграть, ты должна слушаться меня. А теперь давай быстренько пробежимся по завтрашнему заседанию. Итак. Привет. Привет. Добрый день. Добрый, я Антон. Я ваш адвокат. Уже ознакомился с материалами вашего дела. Приятно. Идемте. Пойдем. Ваша честь, таким образом мой клиент полностью поддерживает свои исковые требования и просит присудить ему право воспитывать своего несовершеннолетнего сына.
Отцовство отцовство, но вот почему-то даже биологическая мать этого ребенка в свое время не посчитала нужным сообщить об этом отцовстве уважаемому истцу. От него даже родная семья отвернулась. Я прошу вас соблюдать порядок. У стороны ответчика еще будет возможность высказаться. Простите, ваша честь. Ваша честь. Сторона истца хотела бы вызвать свидетеля. Пригласите свидетеля. Свидетель, назовите свое имя, пожалуйста. Сергеев Константин Иванович. И кем вы приходитесь Сергееву Антону Ивановичу? Родным братом. Младшим. Неправда это все, что наша семья от Антона отвернулась. Он всегда был хорошим человеком. И братом, и дядей для моего сына. Спасибо, брат. Свидетель, у вас все? Все. Я всю правду сказал. У вас есть еще что-нибудь? Сейчас расскажет о моем халатном отношении к ребенку. Антон Иванович. Выйдите, скажите. Итак. У меня все, ваша честь. Слово адвокату ответчика. Ваша честь. Адвокат истца здесь очень эмоционально высказывал свою точку зрения. Но я хочу напомнить, что у нас здесь речь не о установлении биологического отцовства. Нет. Мы здесь решаем судьбу ребенка. А поэтому позвольте мне изложить несколько непреложных фактов о личности истца. Итак, Сергеев Антон Иванович был осужден за убийство. Я хочу подчеркнуть, не за хулиганство или разбой, нет, за убийство. Его социально опасное поведение не подлежит сомнениям. Далее. Ваша честь, простите, я прерву своего адвоката. В последнее время мне удалось лучше узнать Сергеева Антона. И я считаю, что он вполне достоин самостоятельно воспитывать своего сына. Ну что ж, суд не может не приветствовать такое явное примирение сторон. Костя, спасибо тебе, брат. Все-таки мы не чужие. Прости. Катя, я хотел вам сказать спасибо. На здоровье. Послушайте, у меня будет к вам просьба. У Семена завтра день рождения. И он просил свозить его на Белое озеро на 3 дня. Только я и он. Потом можете забрать его навсегда. Конечно, поезжайте. А потом у меня будет еще один разговор к вам. Разговор? Давайте после. Простите, я сейчас очень устала. Катя? Что? Ты отец. Возьми дочь. О, Господи, Арсений, не так сделаю.
А это как плавать учиться? Нужно, чтобы кто-нибудь толкнул на глубину. Тогда поплывешь. Не благодари. Катя! Да. Алло. Алло, говорите, я вас слушаю. Вы меня искали. Зачем? Кто вы? Меня зовут Катя Сапаева. Екатерина Михайловна Сапаева. Я журналист. Я веду расследование убийства Павла Ниткина, произошедшее 6 лет назад. Вы меня слушаете, алло? А при чем тут я? Я нашла дневник одной женщины, Марии Васильевой. Там был ваш номер. И что? Дело в том, что Мария пыталась разобраться во всех этих событиях, и она была уверена, что Антона Сергеева, осужденного за убийство, каким-то образом подставили. Сейчас этим делом занимаюсь я. Ну, а вам это зачем надо? Простите, мы могли бы с вами встретиться? Маша была уверена, что у вас есть доказательства, подтверждающие невиновность Сергеева. Но она погибла, и... Черт! 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 Че ты лыбишься? Че ты лыбишься? Ну, хоть все забирай, все. Вот, на, забирай. Забирай, на. Хоть рубаху, рубаху последнюю из себя сниму. Машка, да кому нужна твоя рубаха? Я тебя просил, Машка, не трогать. Просил. Я тебе говорил, Машка моя. Говорил. Так тебе же на друга наплевать. Когда юбка замаячила, так хочешь я тебе рубашку на смарт. Машка, да прекрати! Машка, ну вставай. Ну ладно, все. Давай, вставай. Так, а вы не повторяйте. Пашка! Пашка!
Давай в отель беги за доктора! И скорую вызывай, беги! Да. Хорошо. Давай встретимся, и я все расскажу. Как и когда мы можем встретиться? Ну, сегодня, сейчас или никогда. Я завтра уезжаю. Хорошо, где? По западному шоссе деревня Клюева на отшибе, знаешь? Найду. Мой дом крайний, не заблудишься. Сколько нужно времени? Ну, я уже на западном шоссе. Так вышло, случайно. Хорошо, жду. Только будь осторожнее. В этой истории очень серьезные люди замешаны. Ну что, такси внизу. Жду тебя через 3 дня. 4. Или 5. Все, мне собраться надо еще будет. Так, позвонишь моей помощнице, она поможет тебе с билетами. Ключи от квартиры ей оставишь. Да, и от машины. На, пользуйся. Тоже потом ей отдашь. Спасибо. Слушай, может, сразу позвоним? Насчет билетов, что тянуть-то? Нет, нет. Давай, я позже скажу. Да что не так-то? Ну чем ты недоволен? Ты же победил. Я тебя в окно видел. Ой, а я ж тебя знаю. Мы с тобой вместе работали. Я думал, вспомнишь, не вспомнишь. Ну да, оператором, когда я только пришла. Да. Стал незнакомого человека к себе звать. Может, пацана заберем? Тогда мадам сама все расскажет. После того, как меня с телевидения турнули за пьянку, я стал зарабатывать этими. Торжества всякие снимал. Вот и в тот вечер свадьбу как раз снимал. Спасибо. Я договорился с женихом и невестой поснимать их возле беседок. Mm-hmm. Ну, нашел правильный ракурс, поставил камеру и жду. И тут увидел этих троих. Ну, подумал, мои молодые. Включил запись. Эти двое ссорились, а потом драться начали. А третий пытался их разнять. Третий? Ну, один упал. Тот, что высокий, за помощью побежал, а третий, в общем, лучше сама посмотри. Пашка! Пашка! Давай в отель беги за доктором! И скорую вызывай, беги! Thank you.
Почему эта видеозапись не в полиции? Я тогда, когда как раз разводился с женой бывшей, запилила на меня. Пилила меня постоянно. Зарабатываешь, мол, мало, а пьешь много. Я подумал, принесу ей кучу денег. И она меня и простит, и дочку не заберет. Ты решил шантажировать Стаса? Стас, на него половина городских урок работает. Я ж к нему записью пошел, а он мне дочка кажется. Я ему отдал все бесплатно. Я что доченьку мою переживал, чтобы мою Настеньку не трогали, понимаешь, еще и своих приплатил. Хорошо, хоть жена бывшая ее увезла тогда. Так, мне нужна видеозапись. Сделай копию. Вот флешка. Почему ты до сих пор еще живой? Это что, жизнь? Нахрена, Стасу, моя смерть? Просто лишние проблемы. Меня просто избили и велели молчать. Потом тетка моя двоюродная померла, а этот дом не оставила. Вот здесь я живу теперь. А полгода назад буквально на день в город заехал. Хотел купить цветы тетке на могилу. А в цветочном магазине Стас. Увидел меня, прижал к стенке, угрожать начал. А хозяйка магазина этого... Маша. Да. С расспросом меня донимать начала. Почему он на тебя наехал? Да я ничего не сказал. Я Стаса боялся. Тебе так благодарен. До свидания. Ну? Баранки гну. Не отправляется. Связь не к черту.
Ну, Лора, ну возьми же. Ну что там? Ты не отправляется. Сети нету. Куда она подла денется? Алло, Лора, привет! Слушай... Привет! Кто тут у нас проснулся? Сём, слушай, тут такое дело. Нужно в город срочно вернуться. А на Белое озеро? Ну, давай на Белое озеро в следующий раз. Ну, ты же обещала. Ладно, все дела потом. Едем к озеру. Сейчас дам тебе планшет. Там классный альбом послушаешь. Да, я. Че, охренели? Это ж Самойлов! Стой. И что нам теперь? Его самого и всю электронику из дома забрать и ко мне. Все остальное в доме уничтожить. И Сапаеву не выпускать. Сапаеву не выпускать. Ее тоже зачистить? По обстоятельствам. По обстоятельствам. Давай возвращайся. Ну, Стас, даю. Давай, давай. А я за ней. Возвращайся давай. Алло? Алло, Лора? Ты кого думала по этому номеру услышать? Ты помнишь Самойлова? Оператором у нас работал. Которого за пьянку уволили? Да. Так вот, он и есть тот самый свидетель из дневника Маши. Ничего себе, как тесен мир. Более того, он подтвердил, что... что убийца Стас Пригожин. У меня даже есть видеозапись убийства. Так, Катя, немедленно возвращайся. Давай в редакцию. Нет, Лора, завтра. Завтра приеду, и все завертится. Все равно, кроме тебя, никто ни о чем не знает. Ты рехнулась? Алло! Катя! Ты слышишь меня? Лора, тут связь не к черту. Привет.
Катя! Стас, я упустил ее. Да свернула она куда-то, а я не знаю, куда поехала. Возвращайся. Понял. Сём, как здесь красиво, так тихо, спокойно. Спасибо, что показал мне это место. Мама его тоже очень сильно любила. Я знаю. Теперь я люблю. Очень. Сядь нормально. Значит так, работаете сегодня в ночь, слушайтесь Пашку. Все, отвали. Ключи мне давай. Давай я тебя отвезу. Я говорю, ключи мне дай. На. Смотри, учись. О-о-о, круто! Это троечка! Ты не умеешь кидать. Почти в центр. Видя, видя, смотри видя. Сейчас. Сколько? 18. О, oh, я! Yeah! Круто! Не получилось. Не получилось еще практически. Смотри. Привет. О, папа, я знала, что ты придешь на мой день рождения. Это тебе. Кать, скажи, это классно. Его можно опускать по воде. А можно я сейчас пойду попускаю по воде? Давай. Как круто! Извините, что потревожил ваше уединение. Ну, день рождения все-таки. Все нормально. Мы сейчас будем печь картошку. Кать, смотри, как круто! Эй.
Стас, бесполезно. Здесь ничего нет. Ищите. Нам нужно понять, куда она поехала. Антон, мне нужно поговорить с вами. Это касается вашего дела. Может, в другой раз? Нет, это очень важно. Я знаю, что вы не убивали вашего друга. Что? Его убил Стас. После вашей драки, когда вы побежали за помощью. Это невозможно. У меня есть видеозапись. Стас вас подставил. Павел мешал ему, это было преднамеренное убийство. Как вы узнали? Случайно. Когда искала компромат на вас. Спасибо. Вы не представляете, что только что сделали для меня. Мои намерения были не самыми добрыми. Но я вам обещаю, что когда мы вернемся в город, я сделаю все для того, чтобы ваше имя было оправдано. И вы сможете увезти Семена куда захотите. Но я не хочу никуда уезжать. Я уже так много потерял. Больше не хочу. И знаешь, что я подумал? Ничего, если мы будем на «ты». Теперь, когда я оправдан, почему бы нам не пожениться? И тогда никому не придется расставаться с Семеном. Пожениться? Только ради ребенка? Не только. Знаешь, после всего этого сумасшествия я поняла, что муж может предать. Ребенка могут забрать. Даже если рожаешь своего, то не для себя. Только чтобы помочь ему опериться и выпустить в мир. Я никому не могу сказать домой. Да все мы, по сути, одиноки. Только на время соприкасаемся друг с другом. Забавно. Я сегодня, когда приехал на озеро и увидел вас с Семеном, у меня словно сердце защемило, и я подумал, вот мои. И даже если мы расстанемся, вы все равно останетесь моими. Потому что вы уже словно часть меня. Все, давай. Горшон сам закопай. Господи, что делается? Изверги. Алло, это телевидение? Да. Простите, а вы кто? Ваш телефон мне дала Катерина Сапаева, репортер. Сказала звонить, если увижу, что подозрительное на кладбище.
А, подожди. Я не могу ждать. Они сейчас могилу докопают и все. И поминай, как звали, и не докажешь ничего. Давайте поподробнее. Какие могилы, кто копает? Да в том-то все дело, что я не знаю, кто. А могила, она Томкиного мужа покойного. Может быть, это родственное захоронение. Может, у покойного кто-то близкий умер. Да никто не умер. Говорю же, я знаю Тому, у них все живы. Ой, я чувствую, подселят Вася покойничка постороннего. Оставайтесь, сейчас подъеду. А ты на машине? Стас! Стас! Я нашел. Извини. Белое озеро. Это же в той стороне, куда она уехала. Ну я о чем? Поехали. Сюда, сюда. Здорово, мужики. Привет. Че закапывал? Не твое дело, дядь. Как раз таки мое дело. Иди ты на... Стоять! Стоять, я твою просьбу спаду. Стоять. Показывай. Стоять. Это Самойлов, с ним Катя вчера разговаривала. Дернешься, ногу прострелю. Алло, это Терентьев. Наряд на Северное кладбище. Катю с Семеном спасать нужно. Еще один наряд на Белое озеро. Быстро! Ты убил. Хорошо, ты убил! Просыпайся. Просыпайся, бандиты едут. Просыпайся, быстро бегите в лес. Стас едет, быстро просыпайтесь. Что случилось? Семен, давай. Давай, сыночек, давай. Давай, давай. Давай, давай. Катя, быстро. Давай, давай, за мной. Катя! Давай, в лес быстро. Спасибо.
Сапаеву взять. Что, поговорим? Ты же не стреляешь. Боишься совсем без друзей остаться. Ну что же вы за идиоты? Ну почему же вы меня не слушаете? Я же Пашке говорил. Ну коли у нас совместный бизнес. Если директор кладбища в доле, ну так стриги себе бабло по-тихому и помалкивай. Нет. Хочу, чтобы все по закону было. А почему же с вами нормально договориться-то нельзя? Тварь, еще мне проповедовать будешь? Стоять! Пошел. Одного друга убил, другого поставил. А Маша? Чатух. Я Машку не трогал. Она сама гонки устроила и разбилась. Судьба, Тох. В глаза смотришь. Пашке тоже в глаза смотрел. Скорей, скорей. Стойте, остановитесь. Пожалуйста, скорее, там Антон на берегу. Что случилось? Там Антон на берегу с их главным. Я вас умоляю, пожалуйста. Вы не ранены? Нет, со мной все в порядке. Тух, вот они. Ребята, работаем. Пошли, пошли. Стоять! Руки за спину! В машине! Руки на машину! Руки на капот! Руки на ширине плеч! Не рыпайся! Чисто! Чисто! Оружие на землю! Руки вверх! Не двигаться! Оружие! На колени! Это не тот, это пострадавший! Пап! Что-то он не похож на пострадавшего. Ты ранен? Царапина. Он ваш. Далеко не уходите, будете давать показания. А ну встать! Все хорошо. Все уже закончилась. Как? Ну, можно что-нибудь без гипюра? Хорошо. Как тебе этот? Не знаю, с Лешей у вас тоже на свадьбе такой был. Ой, извини. У тебя на свадьбе с Антоном тоже такой же был. Ну, куст у меня не поменялся. Расскажи мне. Катя, мы едем или как? Лора, извини. Ох, эти женщины. Ну, конечно. Лора, тебе сама будет выбирать?
Пришли мне фото, мы вместе выберем потом. Ладно, едьте.